Какие чудесные облака над нами, дорогие друзья, лиси, носы, дистанции, дороги, натянутые провода, разные дома, которые стояли здесь уже очень давно в старину. В общем-то, блин, я вот живу и вообще не пойму, как это все происходит постоянно, дует ветра, иногда дожди, короче, и ты снова видишь это все наверняка. Сегодня лиси, носы, офигенное местечко все-таки оно. Сегодня такое красивое облако над головой плывет, все. Да, лето продолжается у нас, сегодня бегают, короче, кто-то пишет там грамоты сейчас, кто-то уже домой давно, дома на диване засыпает, кто-то из бани, я вижу, распаренным сумку таскает, привет, друзья, веники все, походу, в дело пошли, в общем-то, люди наверняка грибы в лесу нашли, две одинаковые футболки, двух парней, ну да, кто же из них выиграет, двойняшки? В общем, такие дела, по небу проплывают облака, где-то на Финском заливе волна, кто-то купается, кто-то взлетает на самолете куда-то очень далеко, кто-то крутит рулем в машине, вот оно. Йо.